девчонки, добрый вечер. Поделюсь сегодня с вами одним приемом, который я использую в агротехнике своих цветов. Покажу на примере пеларгонии Тамара. Она недавно у меня зацвела, я вам показывала. Это куст из осеннего черенка у меня. Я ее активно формировала. Вот недавно я сделала прищипку и проснулись боковые побеги. И я вот эти листья, которые из которых, с пазух которых растут боковые побеги, я убираю. Вот только что я отщипнула листовые пластины, а потом они отвалятся, черешки сами. Можно отрезать сразу. Ну, я делаю это так. Для чего я это делаю? Для того, чтобы открыть куст и дать свет молодым побегам. Вот тоже такой побежек я у листа брала раньше. Там нету. Очень часто, когда выходит цветонос, я делаю прищипку за ним, останавливаю рост. Вот здесь вот у меня тоже такой побег идет, достаточно уже длинный. Сантиметра, наверное, 4,5. Есть соблазн прищипнуть, но буду еще смотреть. Пока не буду прищипывать. Вот так. Хорошего вечера вам. С вами поговорила. Убрала камеру, покрутила куст. Решила все-таки сделать прищипку я этому побегу. Как раз получится приблизительно. Они у меня все одинаково прищипнуты. Вот и все.